Смотрите, продолжаем вязание. Снимаем первую петельку, не провязывая. Это те петелечки, что мы подняли по боковой части пинеточки. Ой, куда я ушла? Это наши 11 петелек. Вот 11 петелек и боковая часть. Поднимаем петелечку. Поворачиваем вязание. Так, мы уже с этой стороны подняли 4 петельки. Немножко. Одиннадцать здесь петель у нас в средней части. Так, 3 лицевые петли. Поднимаем с боковой. Петелечки есть. Провязали 11 петель средней части, теперь боковая. Четыре и поднимаем. 5 петелек мы уже подняли с вами. Одиннадцать петель средней части мы вяжем. Боковая часть пинетки. Четыре петли здесь и еще поднимаем одну петелечку. 5.
Вот у нас уже лучше видно. Вот смотрите. 1, 2, 3, 4, 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Нам еще надо 4 раза подняться вот сюда. Я это сделаю за кадром. Итак, мы подняли по боковому, по боковой стороне петелечки 9 петель. Вот эти у нас 9 петель. И провязали вверх, поднялись 18 рядов. Вот эти наши 18 рядов. Теперь мы навешиваем 16 петель. Вот эти. Для хлястика вот этого. Вот они, 16 петельчек. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13, 14, 15, 16. Вот эти 16. Вот они. И продолжаем. Да, еще. Теперь у нас на спицах 9 петель. Вот эти 9 петель. И здесь у нас тоже 9 петель. Здесь у нас 11. Вот 9. Вот наши 11. Вот наши 9 петелечек. И вот наши 16 петелек. Итак, у нас на спице 45 петель. Продолжаем вязать платочной вязкой, и это мы провяжем 6 рядов, а потом будем делать петелечку для пуговки. Да, у нас получается, что мы провязали 92 ряда. 92 ряда мы всего провязали. Теперь 18 ряд. Теперь 18 рядов вверх. Вот эти мы провязали. Значит, 92 ряда плюс 18. И у нас на спице 110 рядов провязано. Значит, сейчас мы продолжаем вязать платочную вязку. Вверх 6 рядов вяжем. Первый ряд немножко туговато идет. Так.
Вот теперь уже у нас быстрее пошло. Продолжаем вязание. Довязываем ряд до конца. Все, провязали последнюю петельку, разворачиваем вязание. Снимаем первую петельку. Продолжаем вязать 45 петель лицевыми петлями. Среднюю часть провязана. Так, вяжем до конца ряда наши лицевые петли. Разворачиваем вязание и продолжаем вязать лицевыми петелечками. Смотрите, провязали мы 6 рядов. Здесь вот 6 рядов. Вот они. Теперь 7-й ряд. Будем делать петелечку. 7-й ряд. Будем делать петельку. Снимаем 2, делаем накид и провязываем 2 вместе лицевой. Дальше вяжем лицевые петли. Вяжем так ряд до конца. Так, в этом ряду где мы делали накид. Вот провязываем. Получается у нас петелечка. Поворачиваем вязание. Значит, всего у нас здесь вяжется 12 рядов. У нас уже провязано 8 рядов. Значит, нам надо еще провязать 4 ряда. Значит, плюс еще 4 ряда. И будет 12. Вот. 12 рядов надо. И получается вот эти 12 рядов. Вот они тоже. Вот эти 12 рядов
Вот они. И всего у нас 122 ряда. От самого начала вязания вот так сюда на 122 ряда. Провязано у нас. Продолжаем вязание. Поворачиваем вязание. Продолжаем вязать. И вот у нас провязано 122 ряда. Значит, на спицах у нас 45 петель. Значит, смотрите, сколько у нас изнаночных дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 изнаночных дорожек. Это наши 18 рядов. Далее, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дорожек. Это наши вот эти 12 рядов. Значит, всего у нас 15 дорожек здесь, изнаночных таких. Это получается, мы провязали здесь 30 рядов. Вот эти наши 30 рядов. Сто двадцать два ряда. Плюс один ряд. 123 ряда. Это мы будем сейчас закрывать петельки. Нашего вязания, нашей пинетки. Сняли. Закрываем не очень туго, чтобы не стягивало изделия наши. Итак, продолжаем закрывать до конца ряда. Продолжаем закрывать петелечки. И вот мы закрываем последнюю петелечку. И вот что у нас получилось.
Надо, конечно, спрятать ниточки. Видите, мешает у нас спрятать ниточки. И вот такая пинеточка у нас получилась с вами. Вот такие красить. Вот так можно полосочками вязать. Тоже красиво получается. Я старалась, конечно, объяснить так, чтобы всем понятно было, как вязать эти пинетки. А что получилось, напишите в комментариях. Спасибо вам за внимание. До свидания.